В Булунском районе план летней путины выполнен чуть более чем наполовину. Причина – высокий уровень воды в реке этим летом. Настораживает и ситуация с освоением промышленной квоты. За лето рыбаки освоили от нее лишь 18%. Тему продолжит Ольга Григорьева. В связи с высоким уровнем воды на реке Лена, план летней путины в Булунском районе выполнен только на 60%. Ежегодно рыболовецкими хозяйствами Улуса промышленная квота полностью осваивается. Но за летнюю путину освоено только 277 тонн промышленной квоты. Летняя путина у нас пошла не так хорошо. Это все по природным условиям. Все рыбаки отрыбачили, хорошо поработали. Даже вот по омулю, можно сказать, да, не только что вот один вид рыбы у нас так не прошел, а вот даже вот сейчас осенью ряпушка даже припозднилась, как бы сказать, да. Из-за этого у нас показатели немножко снизились, но основной упор рыбаки делают на зимнюю путину. Как известно, рыба – основной источник доходов местного населения. Поэтому предстоит огромная работа рыболовецких хозяйств Улуса на освоение и выполнение плановых показателей на зимнюю путину. Рефрижераторные суда «Мальчиков» и «Магдебург» находятся на участках реки Лена на последний сбор заготовленной летней рыбы. По пути следования они будут принимать у рыбаков качественную продукцию, заготовленную в течение сурового лета Северного края. Руководство республики уделяет внимание на техническую модернизацию рыбохозяйственного комплекса. За последние годы рыболовецкие хозяйства обеспечиваются рефрижераторными контейнерами для заморозки рыбы, выделены модульные рыбопромысловые базы, реконструированы и механизированы ледники на участках, приобретена вездеходная техника повышенной проходимости. Ольга Григорьева, Валерий Савельев, НВК Саха, Тикси.